Творческая студия Фронда представляет. Ты хочешь отомстить человеку, который убил твоего деда? Она не понимает, во что ввязывается. Это правда? Теневой закон вернулся? Она была ассасином, одной из личных телохранительниц Байсона. Перевел Алексис. Рад наконец-то познакомиться с вами. Это я рада. Агент Амари. Это какое-то недоразумение, мой наниматель... Закрой! Свой рот! Все по местам! Соедините меня с командой «Браво». Милый галстук. Микрофон работает? Помощник директора МакАдамс, спецагент Фэрлонг. Надеюсь, я привлекла ваше внимание. Хочу поблагодарить бывшую коллегу Кэмми Уайт. Хоть она и действовала всегда против нас, в конечном итоге привела нас к нашей цели. Интерпол станет свидетелем первой демонстрации нового оружия, не имеющего аналогов. Это темная бомба. Она способна уничтожить все формы жизни в радиусе одной мили. Начнем с вашей команды Альфа. Бомба на основе темного хаду. Это оружие и Ди Капри, проводящие сделку. Никаких сомнений, теневой закон вернулся. Отправьте нас туда. Ни к чему. Команда Браво на позиции, готова ворваться на склад. Браво 1, ответьте. Браво 2, ответьте. Агенты Браво, прошу, ответьте, это штаб. Это может быть Нэш. Он говорил о задании. Ему нужен теневой закон. Узнаем. Мы идем туда. Сейчас. Ладно. Отправьте людей. Нам немедленно нужны две вооруженные группы. Лаура, где ты находишься? Я внутри. Где ты? Мне нужно было убрать вредителей из Интерпола. Снимем людей теневого закона по периметру, а потом ты найдешь распределительный щит. Коннор! Коннор? Нэш! Это оружие не содержит стандартных взрывчатых или радиоактивных элементов, поэтому его невозможно отследить обычным способом. Еще более мощные бомбы будут доставлены террористам по всему миру. Узрите шторм, который движется в вашу сторону. Нашла. Когда ты выключишь свет, я вступлю в дело. Следи, чтобы наша цель не ускользнула. Всем оставаться на местах! Кто выключил свет? Проверить. Свет отключился. Починить свет немедленно! Проверьте свои сектора. Охрана периметра, доложите обстановку. Что произошло? Это сделали мы? Никак нет. Команда Браво не выходит на связь. Мы идем туда, пошли. Склад находится по этому адресу. Сэр!
Сейчас, не стрелять, не стрелять! Где ты находишься? Прием! 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 Охрана периметра, ответьте! Ответьте! Назад, назад! Черт, нас обнаружили! Отзывай свою группу поддержки, или я казню ваших людей! Осторожно! Граната! Прокрутите все записи с камер за последние 15 минут. Я хочу видеть всех, кто вошел в это здание. Посадите босса и контейнер в машину. Ди Капри и контейнер в машине. Дэниелс, дай пистолеты. Пригнитесь. Держи. Агент Дэниелс, перехватите бомбу любой ценой. Дэниелс вызывает штаб, ответьте. Слушаю вас, центр. Перехватите бомбу любой ценой. Иди вперед, я зайду сзади. За дело. Я тебя прикрою, вперед! Я прикрою! Пошел, пошел, пошел! Поставь его, сейчас же. У нее бомба, и она собирается ее активировать. Нэш, она здесь, бомба у нее. Где Байсон? Озвучено творческой студией Фронда в 2019 году. Роли озвучили Алруна и Паладин 82. Работа со звуком Акроликс.